Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня с вами Галина. Сегодня у меня будут пироги. Я буду заводить их достаточно много. В чашечках. Так, значит, у меня что? Здесь по пол-литра молока подогрева. Тепленькой водички. Здесь, значит, у меня сахар, соль. Сахар, соль в одной из чашечек. Так. Дрожжи. Я высыпала обыкновенные сухие наши дрожжи. Теперь я буду... Я не перемешивала, я просто туда добавила и все. Теперь я буду разбивать по 2 яйца туда куриных. Каждую из чашек. Стоп. Желтенькие. Я добавлю масло растительного и произвольно, все произвольно. Нормально будет. Думаете, что много? Нет, немного будет. Я потом даже это все вылью. Значит, я беру вилочку, можно винчиком, можно чем угодно. Дрожжи я прямо сюда их высыпала. Я не стала их поднимать, чтобы они не поднялись. Они дрожжи хорошие, они здесь поднялись. Буду перемешивать. У меня и ржаная мука, и пшеничная, потому что у меня была маленькая ржаная мука. Я типа чуть-чуть буду добавлять ее, потом тяпаю, израсходую. И вторую тоже чашечку. Начинаем заводить. Сначала одну, потом другую. Я буду помаленечку добавлять ржаной муки. По одной ложечке. Надо было мне ее давно уже использовать. Ну, все, хватит. Хорош. Так, убираем сторону. Стороночку. Будем заводить. Замешивать, а не заводить. Мы постепенно будем добавлять муку и перемешивать. А я сразу возле чашки буду добавлять равномерно, потому что там потом в итоге, конечно, будет ручками я буду вымешивать. Поэтому я сначала... Дрожжи хорошие уже начинают булькать. И потом на цвет у нас тут цвет подставлю на подоконник. Вот так это должно подняться.
общем, так заводим тесто. Заведу. В общем, посмотрю, сколько муки, сколько теста, какое будет. Повязка такое, чтобы... Да, ручками я завожу уже. Как пластилин. Так, Мариночка, еще руки сюда я добавлю, капельку. Так, левая ручечка. О. Классно, да, левой рукой заводить? Хватит, а то ну, сильно тугое будет. Тугое нам не нужно. Ну все, сейчас я что-то веду. И накрою полотенчиком, ну, ее. Завела я тесто, здесь помягче тесто, а здесь у меня потуже маленько будет, оно дольше будет подниматься. Накрываю полотенчиками, и вон на солнышко. А, вот сюда вот. Тесто наше подошло, я его уже два раза обмяла. Так, маленько я капельку насыплю муки. Посмотрю, как тесто. Сейчас посмотрю. Так, потому что жарко, вроде хорошая. Идем смотреть. Так. Ой, это вот тесто я пока вот первое тесто. Махом. И это у меня уже второй раз. Это начнем, которая маленько поплотнее была. Так. Тесто. Тесто. Где у меня ножичек? Будем с этим тестом работать. А то я то убрала вот с этого. Хватит уже на солнышке держать. Тесто. Наше тесто. Тесто хорошее получилось, мягкое, хотя это поплотнее маленько. Оттуда и оттуда делаем, и того, и другого. Так, поехали. Делать колобушки. Колобочки. Ну, в принципе, нам это не надо. Может, там растительное масло. Оно нормальное будет. Надо его кисти обваливать. Прямо так, чуть-чуть для вида. Ну, чтобы маленькое это не прилипало. Наша. Наша. Давай колобки. Так. Колобочки. Здесь у меня маленькая ржаная мука. Это такое чуть-чуть оно. Ну что, ржаной муки немножко. Хорошее тесто получилось. Хорошее. Прекрасно. Сейчас будем раскатывать лепешечки. Так. Поменьше. А маленько еще треже. Чуть-чуть. Тут на маленький колобок. Нам примерно одного размера надо. Колобочки. Так. А там потом еще с того возьмем тесто. Оба. Все, поехали. Где у меня колочка? Все, поехали. Поехали. Сначала один листик с одной начинкой сделаем.
потом другой. Пока я духовку не включила, не надо. Достаточно тоненькие такие. Тут-то не надо делать лепешечки. Поехали. Вот краешка маленько подальше, потому что они еще стоят. Капельку. 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 Мало будет. Так. О, мало будет у нас тут. Ну ладно. Сколько будет, сколько войдет. Тогда три захода будем делать. Три литка. Вот жаль, был бы еще один литка, было бы вообще классно. Мало бы гладненько. Мало, 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 мало. Ух ты, еще останется. Ну, мяконько легко. Она сейчас постоит, маха поднимется, и все, мяченько. Опа. Ну, вот так. Как-то так. Так, берем первую начинку. Ну, тут, что у меня тут? О-о-о. В общем, такая начинка здесь у меня была. Значит, фарш здесь у меня куриный лук. И каша рисовая была, вот крутая каша. Тут-то я ее это обжарила, заморозила. Фарш много. Ну мы потом еще на что-нибудь тратим этот фарш. И сюда прямо наложим. Жалеем, мы себя готовим, любимых. Дальше придется делать не три, а четыре. Желательно бы, конечно, это все у меня использовать. Посмотрим. Ну, там еще есть еще. Третья начинка. Ну, те надо залить пирожки. И не в духовочке будут. Так, ну все. Значит, так. Дальше мы берем наши действия. Так. Значит, берем. Вот так вот делаем маленько бортики. Можно и без бортиков, но... Можно и без бортиков. Ладно, не буду только мучить тесто. Короче, я сделаю без бортиков. Они у нас просто будут лепешечки вот такие вот. Я просто вот так вот делаю фаршик по всей этой. Распределю. Вот они у нас будут то ли лепешечки, то ли ватрушечки. Можно и так подумать. Вот можно вилочкой было. О! И тут можно еще вот туда добавить. Фаршу, фаршу много. Мы еще добавим. А то у нас что-то тут маловато. Как-то у нас маловато. Мы еще добавим. Фарш есть. Опа. Вот так вот. О, распределим еще. Тогда это мы не будем делать бортики. Значит, мы вот так вот хорошо распределяем. По краешкам. О, еще сколько фарша у нас идет. Нам же надо его испечь, использовать. Значит, мы его используем. Так.
Еще на две лепешки еще хватит. И все, у нас первый фарш будет готов. В общем, вот так вот я это делала. Мы сделаем, оставим еще на один. На одну лепешечку фаршику. И пусть они у нас тая пока стоят. На ростоечке маленечко. Сейчас там не ту на ростоечку будем. Ой, еще на один хватит. Все. Так. Оп. Все, поставим на ростойку. Пусть стоит. Возьмем другое тесто. Пока туда поставили. Так. Здесь у нас будет побольше, конечно. Здесь побольше будет. Опа! Хорошая. Ну, здесь вот оно маленько помягче. Так, где у меня ножичек? Ножичек, ау. Ножичек. Вот здесь оно маленько прилипает. Здесь помягче. Вот это вот помягче, от этого теста можно жарить на этом, на масле в сковороде или где там пирожочки. Так, сейчас я посмотрю, сколько у меня тут выйдет. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Вот. Стряхнем лишнюю муку, она нам не нужна. Абсолютно. Будем делать колобочки. Так, делаем, чтобы у нас были ровненькие колобочки-то. Сравнительно лепёсочки. Так, первый ряд есть. Это у нас три ряда. Так. Еще тесто подрежем. То нам надо 9 штучек. 9 колобочков. Так, это пока берем. Опа. Накрываем. И махом, пока у нас тут стоят. Сейчас мы наделаем. Они у нас постоят маленько на ростовичке. Как раз духовку включим. Так. Второй ряд готов. Ну и третий у нас. Это же лишнее осталось. Ну, как-то лепёшечки. Это не постояли, ведь они уже там хорошо поднимаются. Там с начинкой. Короче, будем сюда тоже выкладывать. Третий рядочек нам надо, чтобы третий рядочек там у нас вошел. Так, растянем.
и дальше. Здесь побольше лепешка будет у меня. Лазарет, плохо работаешь. Ну, кто не раскатывает, то прямо так ручками лепешечки делаем. Я как-то раскатываю. Как-то так. Все, плюшки у нас готовы. Дальше у нас идет другая начинка. Здесь у меня картошка толченочка. Здесь у меня зелень, поливаю картошечки, зеленушку сюда. Будем выкладывать наш картофан. Вот сколько картошки я не жалею. Сейчас еще мы один листик небольшой. Это начинки. И этой картошки. Так, беру я лопаточку. Лопаточкой я буду картошечку, вилочкой или лопаточку. Можно вилочкой, не вилочкой. Как-то удобнее. Ножом. По лепешечке распределяю наш картофан. Куда ты поехала? Так. Картофан Петрович. Хорошо-то. Так. Вот у меня целый день, наверное, потратим. У нас будет пирожковый день. Еще потом на масле пожарим пирожочки, чтобы уж все было готово. Так, теперь, значит, что я беру? Еще одна начинка. Так, вот здесь у меня, вот, здесь у меня два желтка и сметана. Желтки желтенькие, а сметана это у меня домашняя. Я перемешала это все. И будем сверху вот так вот. Ну, все равно жидковатая. Ладно. В общем, будем мы сверху прямо так промазывать. Прямо на картошечку. Так, поверх.
Нам главное, чтобы оно это не вытекло. Ну, не должно уже. Сейчас я духовку включу. Как раз и делаю. Сейчас я включу духовочку. Оп. У меня тут стоят наши лепешечки. Так, дорогая моя. Дорогая, дорогая. Так, топ. Только не. Только ты не это. В общем, каждую лепешечку мы будем проматывать. Ты наши. Желточек со сметанкой. Солить я не стала это все дело, потому что у меня картофан соленый. Зачем? Соли не надо лишнего. Лишней соли. Так. Поехали. Там еще у меня на сколько? На 3. Это оставить маленько, чтобы на 3 лепешечки хватило нашей промазки. Обмазки. Чтобы всем хватило. Никого не обидит. Оп. Там потекло с той стороны. Так, куда ты текешь? Куда текешь? Не надо. Не растекайся, вроде бы пустая. А растекается. Все равно. Муки, конечно, нежелательно было бы добавлять сюда, потому что, ну, как-то не это. По вкусу будет не то, не все, если я муки еще добавлю. Неохота еще муки-то добавлять. Так. Оп. Еще маленечко. Сейчас мы холодильничек уберем это. Оно у нас не стояло. Так, ну маленькая еще. Оба. Мы сейчас тут листик закинем в духовку, а этот маленько постоит. Хорошо размазу. Так вот прямо ровненько-ровненько, чтобы везде было. Хоть они постоят у нас, эти лепешечки. Сейчас я так вот ровненько распределю. Оп. Так. Здесь что-то у тебя мало. Здесь прям так хорошо, бутенька. Так, здесь хорошо. Где еще хорошо? Где еще нехорошо? Да где более-менее? Ай, вкусняшка будет. В общем, это я поставила. Пусть это все стоит у нас тут. Пойдем. Пойдем мы с писточком. Еще большой секрет. Оба. Я ничем не буду не мазать, не добавлять, ничего, у меня будет вот так вот. И у меня будут вот такие. Все. 170. Сейчас маленько те постоят, те вниз. Давай. Все, будем закинем. Да. На вниз. Оба. Красота. У нас там еще на один листик. Ай-яй-яй. Так, топ. Пусть стоят. Все, пусть пекутся. Все, наши лепешечки, ватрушки, как хотите, так называйте, готовы. Я их выложила. А можно. Вот такие получаются. О, какие хорошие. Пропеченные. Так, можно эту взять. Правда, она горяченькая. Ах, красота.
картошечка. Картошечка сверху, сметанка. Вот такие красивые у нас получились. Ну все, всем приятного аппетита. Пока-пока.